Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей Симонов, и вы на канале Добра и Позитива. Рад вас всех приветствовать, да? Сегодня, наверное, тоже отвечу на один вообще реально часто задаваемый вопрос, который проскакивает, ну, можно сказать, что каждый день. Рассказать про мои прически, рассказать про то, какие у меня были прически, какую я люблю прическу, почему у меня длинные волосы и все, что с этим связано. Да. Я что-то так поначалу как-то легкомысленно к этому относился, потому что думаю, ну, что-то ерунду какую-то спрашивают. А потом я понял, что действительно этот вопрос интересует многих. И многие ребята и девчонки тоже пишут в комментариях и спрашивают, как вы ухаживаете за волосами. Ребят, ну, обыкновенно я ухаживаю, бальзам, шампунь, все как обычно. Да. Скажу честно, у меня на протяжении всей моей жизни были разные причесоны, были и практически на лысо я стригся, и был так называемая платформа, то есть вот у меня вот такой вот бобрик был там, не знаю, там, ну, 2 сантиметра, и реально ровная платформа в свое время, там еще в 90-х годах это было популярно, это было модно, то есть у меня были на лысо сбритые виски, лысый затылок, а наверху был такой вот, ну, как, не знаю, как сейчас, может быть, там, может быть, принято, не принято, типа хип-хоп стиля такого, знаете, как рэперы сейчас, а раньше был брейк-данс. И, кстати, мало кто знает, я кое-какие элементы из этого стиля тоже умел делать, здорово, да, там некие волны вот эти все, ну, было клево. Ну, раньше это было популярно, сейчас, конечно, это все уже ушло в небытие, да, вот, то есть у меня вот была такая прическа. Конечно, когда меня забирали в армию, я был обрит наголо, причем я это сделал сам, не хотел, чтобы меня это сделали, чтобы меня как бы в армии уже стригли там так, как им было удобно и угодно. Поэтому я пошел накануне, значит, своего как бы отправления в воинскую часть и сам подстригся на лысо. А уже в самой армии уже как-то придерживался такого стиля, ну, знаете, как бы не на лысо, но небольшая какая-то у меня шевелюра все-таки была на голове. После прихода с армии тоже у меня были разные прически, и, может быть, сейчас даже пару фотографий найду, покажу вам, какие были у меня прически. Прически были разные. Вот. Сейчас почему у меня такая длина волос? Ну, не знаю, наверное, потому что все-таки уже в мои года у многих нет волос вообще, да, то есть у меня вот мои друзья, там, с которыми я общаюсь, там, и школьные ребята, и со студенчества с моего, у многих уже просто реально нет волос, да, то есть либо есть, но какие-то жидкие, редкие. Поэтому я исхожу из такого, соответственно, мнения, да, то есть пока растут, пусть растут. Вот. Хотя у меня, например, там в моем, скажем, роду, да, вот, то есть у меня у деда всегда там тоже вот до глубокой старости, лет до 70, у него вообще там реально такая была тоже шевелюра. Вот. Я не считаю это плохо, это хорошо, когда волосы растут. Это нормально. Вот. То есть сейчас у меня вот такая вот прическа. Опять же, есть разные варианты и укладки. Вот, то есть сейчас утро, и, соответственно, я сделал зарядку, искупался в бассейне, и принял душ, и просто вот обратно как бы зачесал ее. Да? То есть сейчас лето, жара, и когда волосы высыхают, они, соответственно, ну, рассыпаются. Да? То есть для этого существует несколько разных таких штучек, секретиков, да, которые я вам сейчас тоже расскажу, который я использую. Ну, это первый, вот я вот его уже подготовил, это вот такой вот тафт. Вот, самое интересное, лучше брать вот четверку, видите, здесь четверочка стоит, или пятерку. Но пятерка, она совсем ядреная, то есть волосы реально как, ну, не знаю, как каленое железо получается. Вот, как я делаю, то есть я на влажные волосы наношу этот гель, и потом просто расческой расчесываюсь, либо просто вот, скажем так, делаю такую взбитую прическу, да. Плюс этой штуки в чем? То, что когда у вас длинные волосы, например, вот этим тафтом можно, соответственно, сделать некую форму своим волосам. И что мне особенно нравится, что они не лезут в глаза. Потому что когда волосы длинные, и ты их зачесываешь, особенно если в машине, вот в кабриолете я езжу, да, то есть там получается, что волосы так или иначе лезут, соответственно, в глаза. То есть приходится либо одевать кепку, либо вот пользоваться этой штукой. Реально классная штука, но единственное, что когда вечером ложишься спать, лучше, конечно, голову помыть. Почему? Потому что особенно в жаркий, в летний период, потому что ты вечером как бы лег, да, за ночь там пропотел, и с утра у тебя уже нужно стирать наволочку, да, соответственно. Поэтому здесь тоже с этим надо быть аккуратным. И плюс, конечно, какой длинных волос. То есть ты можешь как бы, вот как я сейчас сделал, да, то есть волосы длинные, но я их зачесал назад, они мне не мешаются, да, то есть я считаю, что это плюс. И как бы меняешь прически. Потому что когда у тебя, соответственно, короткие волосы, то есть особо там не до выбора, да, то есть короткая и короткая.
Вот, еще одна штука есть тоже классная. Вот так вот она выглядит, да? Хейрдресс называется. Вот, это хорошая штука, эффективная, особенно в летний период, когда реально палящее солнце, да? То есть это, по-моему, даже японского, да, производства. Точно не знаю, вот 150 миллилитров, это вот баллончик такой. То есть то же самое наносится на мокрые волосы, но они, ну вот это средство, оно чем хорошо, то что оно защищает от солнца волосы, то есть они не выгорают у вас. То есть если вы идете, например, на пляж там или еще куда-то, да, то есть точно так же на мокрые влажные волосы нанесли его, вот просто размазали вот так вот, и, соответственно, ну, расческой расчесали волосы. И тем самым у вас просто не будут выгорать ваши волосики. Вот, тоже вот такие вот два средства вам тоже показал. Что еще хотел сказать по поводу причесок? Я считаю, что ничего страшного, если у мужика длинные волосы. Я как бы к этому абсолютно нормально отношусь, хотя вот сам тоже долгое время ходил с короткой стрижкой, сейчас вот с длинными волосами, ничего там плохого нет. Я считаю, что это наоборот, это, во-первых, ты что-то в себе поменял, то есть что-то новое внес в свой стиль. Вот, то есть тоже многие спрашивают у меня, часто ли я подстригаюсь. Ну, где-то приблизительно раз, может быть, два раза в месяц, да, то есть я хожу к одному и тому же мастеру, здесь вот в Черногории у меня свой мастер, в России свой, просто подбриваю височки машиночкой, да, там сзади кончики немножко подрезаю, ну, это делает мне какую-то некую форму, вот, то есть это нормально. Что касается, например, стоимости прически, вот здесь вот в Черногории, здесь это стоит, ну, порядка, ну, я не знаю, там, 8 евро примерно, вот моя стрижка, да. В России, конечно, это в разы дороже стоит, то есть, если просто височки подровнять, это в районе там 300 рублей, 400 рублей, если, конечно, это уже там такая серьезная стрижка, то это и 1000, и 1500 может быть стоить. Опять же, напишите в комментариях, там, сколько, за сколько вы стрижетесь и сколько вы отдаете своему парикмахеру. И я, конечно, всегда оставляю на чай, потому что я тоже считаю, что работа парикмахера, она, ну, как бы творческая, вот, за нее нужно платить и нужно благодарить своего мастера, ну, точно так же, как официант. Если вам понравилось, как вас подстригли, почему нет, почему бы не дать на чай, правильно? Я тоже в этом ничего плохого не вижу. Вот, сейчас покажу вам пару, может быть, фотографий со своими прическами, какие у меня раньше были, да. Вот, ну и посмотрите, сделайте выводы, не знаю, там, как лучше было, как, может быть, сейчас, там, не знаю. Ну, мне пока вот нравится, какая у меня прическа. Ничего плохого я в этом, как бы, не вижу. Вот, что я вам еще хотел сказать, рассказать. В ближайшее время будет ролик еще про армию, армейскую историю вам расскажу. Также будет ролик про, наверное, лихие 90-е. Еще тоже запилю вам ролик. Очень многие из вас спрашивали по поводу эмиграции в Черногорию. Такой ролик тоже будет. По поводу поступления в университет тоже много ваших было, соответственно, комментариев. Да, просили рассказать, как взаимодействовать с однокурсниками, как вести себя с преподавателями. И на эту тему тоже запишу ролик. Ну вот, наверное, пока вот такие вот у нас, как бы, анонсы, да. В общем, думаю, что будет интересно. Всегда стараюсь что-то новенькое тоже для вас снять, рассказать, показать. Думаю, будет интересно. Итак, смотрим мои прически. Такая вот была причесочка у меня лет, наверное, 7 назад. Такая вот была прическа тоже. О, какая была тоже прикольная, да? Шевелюра. Такая вот была, да? В принципе, с тех пор тоже особо ничего такого не изменилось. Поэтому прически были разные, ребят. Это нормально. И длинные, и короткие. Пока сейчас такой стиль. Ну, не знаю. Если понравилось, палец вверх. Жду ваших тоже комментариев. Все, с вами был Сергей Симонов. Чао, пока.